Друзья, всем привет! Сегодня покажу, где скачать программку для записи видео с экрана, с игры, кто будет на канал записывать, создавать свой канал, записывать видосы, выкладывать программку Miller Action. Так, заходим, естественно, ко мне в группу Pintires Driver 51 Rus. Заходим. Нажимаем сюда вот справа ссылочки, находим ссылочку, вот она, Mirils Action, вот, нажимаете, попадаем по ссылочке на турбобит, нажимаем простое скачивание, здесь ничего не пишем, прокручиваем, ставим спасибо, не надо. Так, ставим тут я не робот, скачать, ждем минуту, вот видите, ссылка будет доступна. Через минуту. Ждем минутку. И все, нажимаем скачать, скачиваем. Также в разделе ссылки можно посмотреть, можно скачать. Pintires последнюю версию игры. Играет она через Steam. То есть Steam регистрируете, создаете аккаунт, устанавливаете Pintires и запускайте через ярлык, будете по сетке играть. Пиратка ломаная играет через Steam по сетке. Видео потом на установку и запуск пиратку тоже я выложу у себя в группе. Также помимо этого вы можете посмотреть ссылочек, тут очень много, новая группа, где мы будем проходить карты и выкладывать, чтобы народ качал и катался, никто не найдет, естественно, в другой группе. Также тут идет у нас полигоны от Виторган 177, старый, новый, на все пиратки, которые были, на редактор карт пиратский, все версии пираток, некоторые из них играют по сетке, по-моему, даже 12 какая-то, 10 13 04, тоже, по-моему. Короче, скачайте, посмотрите, что-то играет, что-то не играет. Не так уж это и долго. Если есть желание, можно скачать. И за счет этой программки, вот видео у меня, которые все есть на канале, в группе. Все я писал. Экшен. Последнее время, наверное, пару роликов я писал. Бандикам. По поводу Бандикама я тоже его выложу. Бандикам пишет меньше, но хуже. В принципе,
А экшен пишет хорошо, но много места занимает. В последнее время я тут умудрился записывать бандикамом и производить конверт видео через экшен. То есть меньше места получается занимается, а качество не теряется в принципе. Так что я бы посоветовал скачать и бандикам, и экшен. Писать можно бандикамом, когда он пишет хорошо, в принципе запись получается. Но после конвертации хреновенько там. Поэтому я конверчу, сжимаю, получается, экшеном его. И уже выкладываю потом. Так, все. Экшен скачался. Сворачиваем, заходим в загрузки. Где-то там, вот он, извлекаем. Извлекаем. И устанавливаем. Весь тут мало. Закрыть. Так, здесь далее. Посетили сайт. До свидания. Далее. Устанавливаю автоматом, куда он пишет DXC. Program Files. Action. Создать ярлык. Создать. Установить. Довершить. Вот, пожалуйста, все. Сразу предупреждаю, что когда вы его запускаете, он у вас видео писать не будет. Видео писать не будет, потому что нужно, смотрите, зайти вот сюда сначала. Установили. Action, да. После этого нажимаете, вот у меня семерка 64 бита, не знаю, как он там, да, на восьмерках, десятках будет работать. То есть мой компьютер, свойства, и обязательно сделайте вот эту ерунду. Тут будет оценка системы. Вот она. Если у вас не будет оценки системы, экшен писать не будет. А если у вас тут стоит оценочка, то будет. То есть если нет, то нужно будет здесь оценить систему. Он там буквально несколько минут пошубуршит. И в итоге поставит оценку производительности, и тогда запись будет производиться с экшеном. То есть вот все, все проблемы. Видео. Значит, здесь устанавливаете папочку, куда будет писаться видео. Потом в настройках где-то тут должна быть папочка. Вот, куда конвертироваться оно будет. То есть указывать папку, это уже видео вы записали. Оно здесь у вас будет отображаться. И потом, ну сейчас видите, у меня бандикам записывает в одну и ту же папку с экшеном. То есть как бы, чтобы я мог конвертить потом бандикам. Да, бандикамовское видео конвертить через экшен. Так. У вас потом будет тут стоять конкретно само видео, на него нажимаете, потом внизу вот тут стрелочка наводите. Видео у меня никакого нет. Короче, сюда нажимаете, и тут же будет опять же настройки. Я пишу 1980 на 1080 в формате HD в высоком качестве. То есть и конвертировать его тоже можно будет как бы в том же формате. Вот сюда на стрелочку нажимаете, поставите высокое качество, выберите формат, по-моему, там у меня идет то ли 1080, то ли 1980. Нажимаете, и в указанную папку у вас оно сконвертится, сожмется, получается. И для, это уже будет выходное видео для загрузки на канал. Так. Что еще? Вот. Программка, видите, она ломаная. Кряхнутая. Все время у вас будет лицензия. Так что, ребята, вот скачивайте программку. Программка будет, опять же, еще раз напоминаю, заходите ко мне в группу, в раздел ссылки. Ссылки в разделе ссылок.
ссылок, вот она будет. Ссылочка на скачивание данной программки. И чуть попозже покажу я запись и установку бандикама. Уже буду я писать экшеном. И произведу установку бандикама, тоже крякнутый бандикам. То есть для записи видео можете выбирать любую программу. Хотите бандикам, хотите экшен, ссылки будут в группе, в разделе ссылки. Так что, ребята, всем пока, всем удачки. Подписывайтесь на канал в YouTube Drivers. Spintires Driver 51 Rus. Также в группу. Всем пока.